Всем привет, это Е1, меня зовут Юлия Забайлович, со мной Сергей Исаев. И сегодня мы расскажем вам о нем как о дизайнере. Он покажет, как должен выглядеть идеальный номер для артиста на гастролях и расскажет, как придумал его. Поехали? Да, поехали. Но редко, когда я бываю на гастролях в Екатеринбурге и живу не дома. И поэтому, конечно же, проще создать что-то интересное, находясь дома. Я вообще не понимаю, как люди могут что-то делать не в родных стенах. Ну, то есть, когда у тебя бизнес или творчество или еще что-то, ты куда-то выезжаешь, работаешь. Этот апартамент, скажем так, наверное, как раз то отображение, как я бы видел номер, в котором мне хотелось бы жить на гастролях. Здесь присутствует много света. Здесь присутствует большой объем, и здесь самое главное, наверное, что присутствует, это то, что за окном у тебя город как на ладони. Потому что каждый раз, заезжая в какой-то отель или когда ты селишься в номер, первым делом ты бросаешь сумку, условно говоря, потом в гардеробный располагаешь свою куртку, но зачастую артисты приходят, и куда-то она, куртка туда не вешается очень аккуратно. Она куда-то кидается на диван, потому что тебе нужно быстро что-то кинуть и пойти что-то там заказать, что-то узнать, где у тебя спортзал, где можно покушать. То есть ты не заселился и сразу же начал наслаждаться номером, а ты занимаешься какими-то еще такой беготней. Мы сейчас с вами говорим про режим, когда мы на гастролях. Когда человек... Ну а куда тут кидать куртку? Здесь можно, во-первых, тут не надо ее кидать. А вы что говорите, что... Тут можно повесить. Нет, если бы я зашел, я бы на диван. Я бы сразу, знаете, вот так прошел бы прямо, вот так бы вот снял и вот так вот бросил бы куртку. Дальше, что я делаю со своей сумкой, я смотрю место, где мне будет комфортно. Понятно, что я ее буду бросать там, где-то я рядом буду находиться большую часть времени, чтобы оттуда что-то достать, но, опять же, чтобы она вам не мозолила, допустим, глаза. В данном случае, я не знаю даже, честно говоря, но вот сюда бы я, наверное, не бросил, но я вот сейчас даже не знаю, куда бы... Вот, я бы сюда ее, друзья. Вот здесь вот такой есть... Приступочек, куда можно или чемодан, и к нему можно легко подойти, его можно легко разложить. Вот такой есть закуточек, который и со входа не будет особо видно, и к которому можно достаточно быстро пробраться. Вот, опять же, здесь можно, условно говоря, сидеть, и здесь рядом сумка. То есть, если тебе что-то понадобилось, ты быстро ее раз, извлекаешь и идешь. Вот, но это что касаемо меня. Что касаемо этого номера, то здесь он построен именно по принципу такой некой студии, здесь все видно. То есть здесь нету отдельных каких-то закутков, где что-то хочется спрятать. Здесь даже ванная комната, она стеклянная. То есть если убрать вот эти все шторки, в принципе, она будет у тебя все на виду. Она есть, вот такая и есть. Если бы здесь были стены, то их невозможно было бы превратить в прозрачные и невозможно было бы увидеть стекло. В данном случае стекло, которое очень удобно закрывается шторкой, и в принципе вы даже не понимаете, это стена или не стена. Стена, которая не стена, вот она делается вот таким вот образом, шторка убирается, и ты можешь для себя решить, что ты хочешь, принимать душ с видом на город. Ну, всякое же бывает у людей. Можно же душ принимать и в плавках, и в купальнике. А можно просто здесь стоять, бриться и смотреть на телевизор. Потому что зачастую иногда человек с бритвой выбегает, идет какой-то матч, вдруг автомобилист играет. И ты с этой бритвой, с зубной щеткой бежишь, и вот это вот все, смотришь, у тебя вот это все. А здесь ты можешь спокойно бриться и смотреть телевизор. А если, опять же, тебе хочется... чтобы тебя никто не видел, вот можно вот так вот взять, попытаться сделать и оторвать. Вот я обычно, знаете, вот так вот начинаю, не смотришь, как это делается, и просто отрываешь, и все. Специально обычные люди придут и сделают. Это тоже, кстати, плюс апартаментов, что в отличие от квартиры, там тебе нужно думать, надо какую-то лестницу, надо лезть. А здесь управляющая компания, ты звонишь и говоришь, ребята, у вас здесь шторка не зашторивается, она у вас зашторивается. Здесь сделан такой свет, подсветочка, когда вечером вы выключаете, то у вас как раз вечером ощущение, наоборот, такой некой чистоты, такого уюта, и если бы это было темный. Просто есть другой апартамент, который сделан в другом стиле. Как раз он сделан не такой открытый, там две комнаты, там есть уголки, где можно уйти уединиться, там есть уголок, где можно принять гостей, с ними посидеть, и опять же можно уйти самому побыть. То есть есть разные стили, разные направления. Это один
и стилей один из апартаментов, который вот представлен вот так вот. Потому что здесь, который хотел я видеть, и в котором можно сидеть на подоконниках, можно смотреть на площадь, можно смотреть на Высоцкий, можно смотреть, вот как бы я считаю, это такой некий рабочий угол, который вот прям перекресток, который, наверное, ну, я назову, наверное, основным. Здесь, пожалуйста, вам и СССР, герб, который связывает эти здания, которые фундаментальные. Картина, если нет, смотреть ближе. Ну, давайте исходить из того, что у нас все-таки промышленный город, и у нас все-таки город мастеров, город строек, город, который строится, перестраивается. Кстати, знаете, что это такое внутри там? Что? Вот что это за здание? Я не знаю. Кстати, мне вот самому сейчас интересно. Это у нас Банковский, правильно? Вот там же у нас Банковский. Да. Банковский. Вот там у нас больница. А вот это вот, я думаю, что старое здание. Кстати, очень интересно. Надо будет узнать, загуглить, что это такое. Тут видно практически все главные достопримечательности центральной части Екатеринбурга. Так. Что вам нравится отсюда смотреть больше всего? Ну, мне нравится всегда перспектива. Допустим, вот мне нравится смотреть там на Хаят, на нашу башню, которая возвышается, на Кремль, на наш. Кровать. Ну, на самом деле, вы знаете, кровать, она должна быть ни большой, ни маленькой, на самом деле. То есть, вот я считаю, что... То есть, вы считаете, что это небольшая кровать? Ну, я не могу сказать, что это огромная. Были номера, где у меня кровать была гораздо больше, где я не понимал, я лежу вертикально или горизонтально, если, или еще как-то. Если посчитать эту кровать в Сергеях Исаевых, то получится... 2,5 Сергея Исаева, допустим, 2,5 Сергея Исаева до карантина и 4 Сергея Исаева после карантина. Наверное, 10 килограмм так за это время как-то... Решил почему-то сбросить, и поэтому... Так что у меня сейчас больше войдет здесь. Вы нестандартно провели карантин. То есть все люди на карантине потолстели, набрали вес. Да, у меня была задача 10 килограмм сбросить. И сбросили? Да. 10? Да. Что делали? Это другая передача. Смотрели отсюда на салют? Да, только я смотрел с крыши. Я чуть повыше забирался и смотрел. Дело в том, что когда идет салют, это 9 мая или День города, я всегда работаю в эти дни. Провожу мероприятие с одной замечательной компанией. Поскольку я работаю и приезжает очень много артистов, я ими занимаюсь круглосуточно. И сначала программой, а потом каким-то их бытом, я с удовольствием живу в Хаяте, оттуда смотрю на все происходящее. Ну, там просто удобно. То есть, если была возможность сюда привезти Нагиева или Агутина, я бы с удовольствием их сюда привез. Но Нагиев и Агутин хотят все-таки жить, пока хотят жить в Хаяте или в какой-то другой гостинице. Я же не буду спорить с дизайнерами Хаята или с сервисом Хаята. То есть, давайте, как бы здесь не было сделано все вручную или еще в какую-то, существует все равно некий... То есть, наверное, статусный уровень. Здесь сделано все под Сергея Исаева, а не под Дмитрия Нагиева. Слушайте, на самом деле, не знаю, надо позвонить, скинуть видео Дмитрию Нагиеву, сказать, останавливался бы он здесь или нет. Хотя у Дмитрия Нагиева есть тоже частная гостиница в Санкт-Петербурге, он ее так иногда рекламирует, я в ней не был. Я не знаю, что значит жить по-нагиевски. Ну, когда вы с ним... Вот он приезжает сюда, вы работаете, да. Когда он останавливается в Хаяте. Да. Какие там номера? То есть ему нужен огромный простор? Нет, абсолютно нормальный номер, и он достаточно неприхотлив ни по райдеру, ни по перелетам, ни по каким-то. Это, наверное, один из самых вообще артистов, с которыми мы меньше всего, скажем так, сталкиваемся именно по бытовым вопросам. Не зазнался? Нет, поэтому вот уже 4 года подряд он работает с нами на День города и Екатеринбурга, и Челябинска. Очень адекватный человек и заранее, во-первых, готовится к мероприятиям. Я ему отправляю тексты, он что-то смотрит, но я точно знаю, что он их смотрит, он их читает, потому что я вижу, когда он ведет, он какие-то вещи берет из сценария, которые уже были там прописаны, условно говоря, такой некий импровиз. Что-то он вживую, конечно же, рождает, но я думаю, что это самый на данный момент, вот, времени, самый популярный и по праву популярный человек, который может вести такие мероприятия. Когда он на следующий раз придет? Не знаю, он звонил мне позавчера, спрашивал, есть работа или нет. Нагиев ищет работу.
Да, да, да. Меня спрашивал, работаем в этом году или нет. Я говорю, день города у нас пока отменили. Я говорю, поэтому день города точно нет. Возможно, день города Челябинска, он у нас в сентябре, 3-4, не помню, день Москвы, в общем, не ходим день, вот, возможно, туда. Но приоткрою небольшую такую, может быть, завесу. У нас на 9 мая и в Екатеринбурге, и в Челябинске очень много забронировано было артистов, уже отдана предоплата, которые должны были выступать на 9 мая в программе «Лица Победы». И вот с ними я постоянно на связи, или ну, в какое-то ближайшее мероприятие, надеюсь, все-таки мы в городе увидим. Кто это, например? Это не например, это Елена Ваенга, Ленита Гутин. То есть они, когда все-таки устроят масштабное празднование, они... Я надеюсь, да. Потому что, потому что у нас, ну, как бы существует уже проект «Лица Победы», у нас есть сцены, у нас сняты фильмы, у нас сняты ролики, у нас репетиции, в репетиции песни, живой оркестр, и, то есть у нас программа в работе. То есть мы готовы были ее показывать и в мае, и в июле, и вот сейчас вот. Я надеюсь, что мы сможем ее показать, но если... Не в ближайшее время, то 9 мая никто же не отменял в 2021 году. Программа уже есть. Возможно, мы ее что-то поменяем, но, возможно, не знаю, может быть, день города у нас будет, может быть, еще что-то, я не знаю. То есть сейчас все живут в неком моменте. Сейчас никто ничего не планирует особо, потому что смысла нету. Как можно планировать? В мае все еще планировали что-то на июнь-июль, а потом поняли, что зря. Да, на самом деле, когда в марте мне сказали, ну вот теперь у нас будет, а мы еще ездили в марте, говорили, ах, отдохнуть бы лето, ну хотя бы с семьей не две недели, а хотя бы месяц побыть. И кто-то смеялся, да не переживайте вы, побудем. Все говорили, да не будем. И вот как раз только начиналось, мы в марте ехали с гастролей, и за нами закрывались города. Мы выступили, площадку закрыли, мы выступили, 9 городов, вот мы ехали, и за нами закрывалось. Последний город был, который это Казань. К нам пришли ребята, Денис Зарипов, хоккеисты от Барса, и мы хотели с ними сфотографироваться на сцене, и только закончился концерт, мы выходим на сцену, а там уже обрабатывает химзащиту сцену. И мы так и не сфотографировались с ними. Мы не съездили в Ярославль, в Нижний Новгород, и еще в какой-то. У нас из тура, из 11 городов, 3 города отменилось, перенеслось. То есть мы, по идее, вот... заканчивали, подытожили. То есть ключи от залов у нас в любой момент можем вернуться. И будто все гастролирующие люди наконец исполнили свою мечту побыть дома подольше. Да. Посмотрите Инстаграм Лены Ваенги. Это же это садовод, это дачник от Бога. Это что она у нее какой дом красивейший. Это, наверное, первый дом, где я понял, что телефон что-то снимать бесполезно. То место, когда ты понимаешь, что это надо видеть вживую, потому что все, что я поснимал, посмотрел, я тут же все удалил. То есть это вещь, которая только в восприятии, только вот в динамике, только в энергетике, только вот сейчас, как бы, ты понимаешь, что это вот сейчас существует здесь, и она рассказывает, почему это и как это делать, потому что ты идешь и говоришь, слушай, ты не тем занимаешься, заканчивай петь.